Пожилая женщина пришла к пророку Аллаха и сказала: «О пророк Аллаха, в раю найдется место для пожилой женщины, как я?» Он сказал ей: «Нет, в раю не будет пожилых дам». Она начала плакать. Он, саллиллаху алейхи вассалям, улыбнулся улыбкой, которая проникает в сердце. Он сказал ей: «В раю Аллах вернет тебе твою молодость, и ты будешь вечно жить в джаннате молодой. В раю, мои братья и сестры, вам будет по 33 года. Можете представить, вы и ваш отец одного возраста. Вы и ваша мать одного возраста. И в джаннате вы будете высокими, как ваш праотец Адам.